Необходимо в первую очередь оформить градостроительный план земельного участка, затем получить разрешение на строительство. Если это объект коммерческого назначения, то необходимо согласовать проект с администрацией муниципального образования город-курорт Анапа. И в дальнейшем таких эксцессов уже не будет. Не надо будет обращаться в администрацию, в суд с требованием о сносе самовольного возводимого строения, а застройщик не будет терять деньги, которые он вложил в объект строительства, из-за того, что нарушил закон.